Добрый вечер, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Альберт. Сегодня, 22 февраля, все новости, наверное, только и трубят об очень сомнительном решении Путина о признании ЛНР и ДНР. Почему сомнительным? Да потому что пострадают от этого решения опять простые люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Ведь доходы населения падают уже с 2014 года, после истории с Крымом. И продолжат, видимо, катиться дальше после этого безответственного решения. Так вот, при чем тут Краснодарский край, спросите вы? А вот, как стало известно от «Комсомольской правды», губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что поддержал решение о независимости ДНР и ЛНР. Он написал у себя в соцсетях: «Полностью поддерживаю решение нашего президента Владимира Владимировича Путина признать независимость ДНР и ЛНР. В данной ситуации это единственное верное решение. Сегодня там живут наши русские люди, и мы должны сделать все, чтобы их защитить. Видимо, где-нибудь в Омске живут не русские, их поддерживать не обязательно». Ладно, чуть позже в этом же ключе высказался и председатель общественной палаты края Любовь Попова. Вот что она сказала: «Поддерживаю решение президента, принятое на заседании Совбеза. Миллионы жителей Донбасса уже 8 лет живут в условиях реальной опасности». От кого, интересно? «А целые семьи, беременные женщины, пожилые люди вынуждены покидать свои дома. Признание ДНР и ЛНР – вынужденная мера, и этот шаг к восстановлению справедливости». Какой справедливости, опять же? «Теперь есть реальная возможность, пусть не сразу, но вернуть мир на эти земли, обеспечить защиту интересов и безопасности населения». Да, за счет налогоплательщиков России, видимо. Ну что же, друзья, держитесь, затягиваем пояса потуже. Также хотел бы подчеркнуть, я хоть и патриот страны, но не псих, чтобы получать от таких решений восторг. А на этом все. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить свежие новости. До завтра.